Ясно. Никакой, короче говоря. Пускай. Прошу вас. Прошу вас. Бывайте всегда первые. Прошу и вас тоже. У них там две мины. Что, не дадите их прийти вообще? Какие? Правильно поняла. Витя знает эту добычу, он сидит правильно. Молимся. Царю небесный, утешителю души истины, ты же везде сы, не вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, иди вселися в ны, и очисти меня от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови нас провести сие собрание. Прибудь, Господи, с нами, дабы мы не отступили от истины Твоей. Тебе же подобает хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я прошу прощения, вчера меня не было, был в поездке и не успел вернуться. Потому что сам всегда, сам призывал и слушаю призывы Виктора Андреевича, чтобы ходили по субботам. Поэтому здесь, каюсь, не было меня. Но все равно призывать ходить в субботу, все равно буду и нужно ходить, потому что литургия начинается в субботу. И проповеди идут так же. И проповеди, да, идут. Татьяна Кузьмична, расскажите, что у нас как по болячке? Да. Надежда Васильевна у нас заболела сильно. Вчера она приходила, но она сегодня совсем никакая. Так, были у Чернявской с Кравченко, но они ничего, в той же паре, как говорится, так же. А Варя, конечно, она прямо уже, жалко ее, но приходит, женщина помогает к ним, но в этот раз на молитву с нами не стала. Позвали женщина. Ее, да, не стала. Была я у Марии Яковлевны в кардиоцентре, вот. Ага. Наташа с Алексеем тоже были. Она, ну ничего, она держится молодцом, ее на колясочке, там на УЗИ сердца возили. Все обследования она там проходит, уколы ей в живот ставят, разжижают кровь. Ну, операцию пока как бы отставили. Да, наверное, просто боятся в таком возрасте. Сокольский Валера у нас заболел, болеет. Борисова Валя тоже, она вот вчера пришла, но тоже никакая, сегодня заболела. Совсем. Цингаева Татьяна вот с утра позвонила, прямо вот перед уходом, что у них там воспаление. Ничего бы, она тоже говорит, не могу прийти. Ну и у нас еще болящий Василий. Где-то я его не вижу. Где? Ну, а вот. Все. И за него молитесь тоже. Он тоже болящий. Ну так все вроде бы. Польгов Николаевич, а что был? Работает? Не молится. Ну, остальные, кто немощные немножко, но держатся, так что. У нас он дешевствующий Виктор Андреевич вернулся. Расскажите, как вы?
Спасибо, Христос, дорогие братья и сестры, за ваши святые молитвы. Поездка была в целом удачной, да. Во многом были моменты, которые были огорчительные, но они столь незначительные, что и упоминать о них не стоит. И слава Богу за все. Огорчение, я прямо расстроилась. За все, слава Богу. Прежде всего хочу сказать, я понял, что вот только здесь меня любят так, как любят. Сердечно, искренне, без лукавства, и дома свои родные, близкие, и только там, где родные по духу люди, будь то Тула, будь то Питер, будь то Москва, будь то Барнаул, вот только здесь, среди братьев и сестер, родных по духу, я чувствую себя как дома. Мы по вас скучаем. Еще хочу сказать, что вот будучи здесь, вот опять вернувшись в родные пенаты, я еще раз с удовольствием проникся той атмосферой, в которой я здесь живу и в которой мы находимся здесь и часто не ценим это. Как вот хлеб стоит на столе постоянно, когда он есть, мы его не замечаем. Сели, есть, ну есть хлеб, он есть и хлеб. А когда его нет, сели за стол, хлеба нету. О, хлеба нету. Засуетились. Засуетились сразу. Вот когда побываешь в других местах, то начинаешь ценить даже эти 7 минут, которые мы здесь стоим. Когда тихо и мирно здесь все, стройно, и когда мы чувствуем присутствие Божие, когда мы страшимся этого присутствия, тогда наше присутствие, оно не столь значительно друг для друга, сколь присутствие Божие. Вот в этом выражается наше почтение к Богу, когда мы стоим здесь, как свечи горим. Вот как свеча горит, она ровным пламенем, так и мы, когда единой молитвой к Богу. И как это ценно, когда никто не лазит по этим иконам, не бодает их, не передают эти свечи, не дергают никого друг друга. Когда проповедь, она по-настоящему звучит слово нашего святителя Иоанна Златоуста или других святителей. Вот когда побываешь в других местах, и все познается в сравнении, тогда по-настоящему начинаешь ценить. А часто замыливается наш глаз, замыливается ухо, и забываем о том, что у нас рядом есть, какой у нас есть дар, какой у нас есть вот бесценный дар от Бога. Давайте будем ценить то, что имеем, чтобы не плакать о том, потерявшем. Вот. Но что касается поездки, значит, был я в начале неделю в Санкт-Петербурге, учился там по гематопатологии, по заболеваниям крови. Вот. Там, собственно, встреч больших нет, практически не было у меня встреч с едиными по духу, по вере. Вот. Но тем не менее, свидетельствовал там людям, которые в дороге везде. И в Москве, и от Барнаула до Санкт-Петербурга, люди по-разному. Большей части люди все уже знают, да. Уже они воцерковлены и часто употребляют это слово «воцерковление». То есть вот он воцерковлен, и все, ему больше ничего не нужно. Никакое там приглашение, визитку это не нужно, и все уже они все знают. Есть еще немало людей, которые вообще считают себя атеистами. Это первое. Второе, люди, которые уклонились в восточные мудрости всякие, там вот эти реинкарнация, рерихнувшиеся и всякие там, эзотерика. Немало таких людей. Но принимают люди, некоторые принимают с удовольствием. И чем, я заметил, чем меньше, так сказать, образование в кавычках, ну, то есть, образование, там, диплом, это еще не говорит о том, что у него есть, что он образованный человек. И ученая степень есть степень учености. Вот чем, высшая и верхняя образование. Да, да, да. Чем меньше у человека вот это дипломированное образование, так сказать, тем ближе он к Богу, я заметил. Например, последний день я закончил... последний день, когда мне... Ну, собрался уже выходить из общежития, из комнаты, ключа нету от номера. Куда делся ключ?
не могу найти ключ. Ну все, обыскал на крючок. Как оставить все вещи и все оставить в номере? Ну и нашел эту горничную, а с ней мы уже общались, я ей там подарил остатки, то, что у меня тут остается. Она с удовольствием это приняла и визитку ей дал. Она работает в интернете, и где-то за 50 лет уже такая женщина, вот, но она такая вот активная, да. Вот, с удовольствием мы с ней побеседовали. И она, я обращаюсь к ней, говорю, вот у меня тут беда такая, как мне быть-то? Может быть, вы закроете, а потом я приду, и вы мне откроете. А там такая система. Нужно, когда уходишь, сдаешь постельное белье, сдаешь магнит, который через турникет проходить, чтобы, и ключ. Когда, тогда тебе отдают квитанцию о том, что ты уплатил, и можешь свободно ехать уже. Она говорит, не беспокойтесь, я буду убирать номер, найду и оставлю у администратора там внизу и все прочее. Ну и вот, когда я вернулся уже, а потом, когда я поехал в метро, уже вспомнил, что ночью у меня ключ-то этот сбрякнул. Что-то такое металлическое сбрякнуло со тумбочки рядом, которая стоит с кроватью. Ну, я успокоился, уже дома вернусь, непременно этот ключ найдется. И когда возвращаюсь, мне это... А на вахте сидит женщина, с которой мы еще в прошлом году общались, и с которой мы уже беседы были. Она так с радостью меня встретила, и мы продолжили эти беседы о вере, о Боге, о вероисповедании. И она... Да уже вот стоит администратор, когда дежурный, вот у него ключи. Тут эта горничная уже 15 раз напомнила, вот этому человеку, да вы же отдайте ему ключ непременно. Как это ценно, вот друг перед другом, да, внимание такое. Люди разные встречались, конечно. Человек, которому мне прикрепили в Москве, который, в принципе, большей частью со мной занималась, отвечала на мои вопросы бесконечные, дай Бог, слава Богу, что она так терпеливо все это перенесла, все мои допросы и вопросы. Вот. Но она такая, что у нее там все. И вот от нее тоже этот термин «воцерковленный». Я вижу, что воцерковленный, что посещусь я там. И она вот это сетовала, что она не может меня там угостить чем-то таким сдобным там. Но беседы были разные, и по несколько часов беседы, но у нее все вот на своем хотении. То есть она вот как хочу, так как и делаю. Вроде и в храм ходит, и несколько раз ездила ко святым местам, в Иерусалим. Ну вот остается такое вот, у нее все это, ближе ей ислам и реинкарнация, индуизм. Вот она хотела бы в Индии побывать, там, ну такие вот дела. Зовут ее Светлана, если... Помните, помолитесь, чтобы Господь ее вразумил, наставил. Такие хотя она говорит, не отрицает, говорит, я не знаю, может быть завтра я вот и буду такая же, как вы. Ну, вот такие вот были люди. Вот. Слава Богу за все. Вернулся домой. И... Сергей был? Сергей. Нашей радости взаимной с внучкой не было предела. То есть вспомнила меня, да, и вот такие я к ней, конечно, на эсперанто, как и да, с самого первого дня обращаюсь. И такая радость, и она вот это а просто... Сколько тайна, а? Сколько ей? Вот вчера исполнилось 7 месяцев. Да, такие эмоции, я еще удивился. Она играет игрушкой, может быть, об этом и не нужно говорить, но расскажу. Играет игрушкой, а сосет эту игрушку, значит. Я говорю, дай мне, на эсперанто говорю, дай мне. Протягиваю. Я думаю, ну просто так случилось, так вот, случайно. Второй раз, третий раз, то же самое повторила. Дай Бог, чтобы она... Прежде всего, разумение Господне. Ну, так вот покажешь ей там на иконы, там вот она как бы ну, присутствует на молитве общей тоже, да. Да. И даже если она у груди начинаешь читать молитвы, она смотрит, кто это там начинает говорить там молитвы. Ну вот так обращает вроде как. Да? Господь ее с этих малых лет привел к истине, чтобы она не только слышала, но и разумела слова Божии, слова молитвы. Помолитесь. Владень Таисия. Таисия. Спасибо, Христос, братья и сестры. Все было благословенно. Побывал я у отца Иоанна в Туле. Вот. От него поклон всем. Помнит нас, молится. Хочу сказать, что это человек... У него вот в храме, как в Московской патриархии, но проповеди у него живые, яркие.
у него есть дар слова, он владеет словом, такие эмоциональные проповеди, артистичные, живые, призывные, и постоянно цитирует, многократно цитирует Слово Божие, прямо цитирует. Вот такие вот у него проповеди. Вот. Но я уже рассказывал, как это у него там, в этом храме. В субботу я был у него, значит, ну, наверное, человек 17 было, а в воскресенье уже там человек 70 было. Но потом, после воскресной службы, мы поехали, его старший сын Константин, его сноха Елена, и мы вот с отцом Иоанном поехали. Он мне давно говорил, что поедем, съездим в Оптину пустынь. И мы на машине ездили в Оптину пустынь. Но мне это было интересно, даже просто из соображения посмотреть, где был Лёва, где он прикасался к ручке этой двери старца Амвросия и не зашел в эту келью и вернулся. И когда мы ехали, так долго ехали, там почти 3 часа, я говорю, сколько же времени понадобилось Лёве, чтобы доехать до этого Оптиной пустыни? Ну вот, ехали, там где-то останавливались, они там постоялые дворы были. Вот. Ну, побывали мы в этих храмах, побывали там в этом... Лев Толстой, в смысле? Как он называется там? Канавка? Нет, не канавка. Горшок. Часовня, в которую покоится прах этих трех убиенных на Пасху монахов. Вот, три монаха там были убиенные на Пасху. Это было... Горшочек на голову нет? Нет. Вот, потом ездили в Шамардино. Там, да, в этом, здесь покоится прах этого старца Амвросия, а в Шамардино там его ученица, мать София, прах ее там, деревья. Мощи. Ну, это вот, ну, оттуда вернулись уже поздно, там я немножко подпростыл, и вот вернулся, так, немножечко похорал там. Вас, так что, слава Богу за все, спасибо вас, Христос, за святые молитвы. А? Да, в Воронеже, прежде всего я был у него. Как только я вернулся из Питера, я в эти же выходные, в субботу я утром приехал из Питера на поезде, а вечером я уже отправился в Воронеж. Вот. Ну, тут рассказывать, что вы все знаете его положение. Это вот когда мы видим на снимках и на видеороликах, закрытая голова, только видна, а все остальное закрыто, да, руки, да, вот видно. А что там, как это тело испытывает, какие постоянные, ежеминутные, ежесекундные боли и спазмы, и все это в течение суток, это только ему известно и Богу. Ну и маме его тоже, естественно. Раны, да, там есть раны, но там это нужно видеть, чтобы просто так вот... Как мать-то его лучше? Состояние духовное? Ну, я заставил ее немножко лучше, да, слава Богу. Раба Татьяна, не забывайте о ней молиться, чтобы Господь ее вот избавил от этого, чтобы она не ждала, когда придет ее муж, умерший там уже полгода назад, больше теперь уже... Там вот. Дети шумят. Но мы с ним проговорили целый день. И вот до вечера уже как уезжать, и как будто вот один час пролетел. Вот что значит близость духовная. Да. Слава Богу. Вот. Просто я рад, что еще раз довелось пообщаться с таким человеком, который трудится по много часов, несмотря ни на что, ни на свои болячки, ни на страхование, которое испытывает он. И в прошлый приезд я это видел и слышал, как это было. То есть страхование постоянное, это тоже, это такое испытание, как вот у мамы это было. Что такое страхование? Наваждение. Наваждение бесовское. Бесовские. Это, не дай Бог, это еще страшнее, может быть, даже, чем вот эти физические боли. Так что вот помолитесь, чтобы Господь его избавил от этого. Ну и чтобы по-прежнему он радовался тому состоянию, в котором он есть. Он радуется, благодарит Бога, в отличие от нас многих, когда мы начинаем верещать и сетовать, и уже чуть ли не до всяких там других состояний, которые непотребны для христианина. Виноваты, главное. Чтобы избавил нас Господь от этих состояний.
Спасибо, Господи, за ваши святые молитвы. Если есть какие-то вопросы, я отвечу на них с удовольствием. Можно это потом сделать в рабочем порядке, что называется. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос. Так вы в Москве были, да? Я был в Питере, потом в Москве учился, в институте нейрохирургии имени Бурденко Николая Ниловича. Там я был уже 3 недели. Ну, собственно, учеба заключалась в том, что постоянно вот я приходил к 11 часам, потому что учительница моя, ну, учительница, да, наставница, она приходила тоже к 11 часам, у нее здесь такой рабочий график. И сидела, конечно, там долго и до позднего вечера, но я до часов до 5, до 6 я там был, иногда до 4 часов. Постоянно смотришь в микроскоп, из операционной приносят материал, она смотрит и мне тут же дает, мы вместе обсуждаем. Часто соглашалась, на иной раз я, так сказать, говорил диагноз, с которым она соглашалась, вначале высказав другой диагноз. Ну, одним словом, постоянно тут же классификация опухолей Всемирной организации здравоохранения на английском языке, читаешь все это, смотришь, вместе обсуждаем какие-то вопросы, и других там другими докторами тоже обсуждали. Конечно, наш уровень совсем не тот, который там в Москве, потому что там оборудование и знания другие, и способы, методики различные. Ну, вот буду говорить администрации, что нам нужно тоже расти и приобретать новое оборудование, чтобы на более достоверном уровне диагностировать различные заболевания. Виктор Андреевич, когда в Москве были, как бы так, ложась там спать, не вспоминали слова Божьи, что сгорит когда-то Вавилон великий? Да, это не только ложась спать. Я когда ехал в метро и ходил по Москве, у меня эти были мысли, да. Были, да? Да, были мысли. Но, да, но вот еще, кроме того, что я был в Воронеже, а в следующее воскресенье у меня была встреча, забыл об этом сказать, простите, ради Христа, встреча с братьями. Значит, первое воскресенье я был в Воронеже, первое субботу-воскресенье, второе субботу-воскресенье, в субботу я был на службе в Москве, там недалеко от станции метро Речной вокзал, храм в честь иконы Божьей Матери, знамение Аксинина, недалеко, там минут 15 пешком идти. Вот. Ну, как и везде, народу много, все, как, не буду говорить, все это известно. Все тоже. Но в субботу было много народу, я скажу, много было народу. Ну, так и Москва не мелкая. Вот, а в воскресенье мы встретились с братьями. Дмитрий, который принимал крещение, москвич, помните, да? Да. Вот. Да, и который работал в ГАИ, а потом, вот он сейчас поступил, нынче поступил он в медицинское училище, учится на фельдшера. Ну, с ним мы тут пообщались на медицинские темы, а потом общались мы, да, и Слава Ткачев, который известен Игнат Тихонович, он общается с ним, он общается с Сережей из Воронежа. На занятиях Ткачев только, да. Там, на занятиях он присутствует, Ткачев Слава, вот, его жена Иулия. И младенец Павел. Вот мы там встретились, и там на службу побывали в храме. Храм такой как бы временный, но такой обширный. И после службы мы присутствовали на занятиях. Хотя Славу Ткачева попросил не присутствовать на занятиях этот настоятель этого храма. Потому что он там активно по Слову Божию все говорит, а это им не очень нравится, да. Ну, а тут его попросили, мы давно не слышали тебя, да вот, поговори. Но мы втроем рядом сели, и на занятиях мы там активно участвовали. Дмитрий, Слава, я, и вот обсуждали 15 главу, где о хананеянке это речь говорится. Вот, ну и там такой этот дьякон, он активный такой, видно, что у него семинарское образование, такая вот образованность, он в Слове Божьем ориентируется. Он читал, а потом все по очереди, он читал как раз толкование Феофилакта Болгарского. Да, прям подряд, вот стих зачитывает кто-то из присутствующих на занятиях, а он читает прямо по порядку толкование Феофилакта Болгарского.
Вот. Ну и какие там дополнительные, причем это как бы применительно вот к нашему времени. Это при храме Московской Патриархии, да. Это занятие? Да. Но вот. Это через Дмитрия, через этого, да? Через Вячеслава. Нет, через Славу Ткачева. А, через Славу. Через Славу, да, через Славу, потому что Слава там общается. А Дмитрий-то он приехал, он там редко бывает, в этом храме. Ну, то есть он приехал, потому что многие раз мы уже поняли. Ну и после да, потом подошел это отец настоятель Олег, настоятель храма. Вот. И у меня такой вопрос был, что вот этот дьякон сказал такую фразу, что закончилась богоизбранность израильского народа. И как это закончилось? Господь, если избрал однажды, он остается богоизбранным, народ израильский. Ну, у меня такое возмущение сразу. Ну, и мы поговорили на эту тему. Хотя этот отец Олег, он как бы защищал этого диакона отчасти. Вот, после занятий мы пошли в кафе. И в кафе мы там чай пили. И вот там, ну, что можно было покушать постное. И тоже весь день до позднего вечера мы просидели в этом кафе, проговорили, пообщались и вот неоднократно повторяли фразу «Как хорошо быть братьями вместе». Вот эта вот радость общения вот, в единой вере. Ну, то есть не зря, да, и пролетели столько. Да. Вот только из-за того, чтобы побывать рядом с Сергием, братом Сергием и братьями пообщаться, стоило съездить туда. Спасибо, Господи. Спаси Христос. Все как успешно. Виктор Андреевич как раз упомянул про толкование акта болгарского. Не будем отступать от того, что нам заповедовал наш настоятель. Кстати, батюшка сегодняшнего дня будет путешествовать, поэтому молитесь о путешествующем братье. А как, до какого? Куда? Вот он. Ну, он в субботу к нам приедет, поэтому молитесь всю неделю. Вышим поедет. Вышим либо в Тюмень поедет. В Тюмень. Все вы знаете. Слава тебе, Господи. Сегодня читалось послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава. 7-8 стих. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Толкование. Но вы, говорит, не сообщайтесь с ними. Потом напоминает им о прежней порочности, говоря, подумайте, чем вы были, что стали, а именно из тьмы светом. Прежде по учению по жизни вы действительно были тьмой, а теперь свет, потому что и Бога познали, и совершаете дела света. Но это произошло с вами не от вашей добродетели, а в Господе, то есть по божественной благодати. Итак, вы не должны иметь общения с сынами противления, на которые грядет гнев. Некогда и вы были таковыми и достойными гнева, но теперь уже нет. Посему не возвращайтесь опять ко тьме, то есть благообразные, как прилично ходящему во свете. Мало того, и для других повелевает нам быть светом, ибо Сын Света, конечно, и Сам есть Свет. 9 стих. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Толкование. Как бы объясняя нам, кто есть чадо Света, говорит, тот, который имеет плод Духа. Ибо Дух производит плоды не те, о которых впереди мы сказали, но противные им. Благость, которая противоположна раздражению гневу. Правда, которая противоположна лихоимству. И истину, которая противоположна ложному удовольствию нечистоты. И говорит о всякой благости. О благости ко всем, не только ко друзьям, но даже ко врагам. 10 стих. Испытывайте, что благоугодно Богу. Толкование. Испытывать есть дело совершенных, могущих судить. Поэтому только несовершенному и невежественному разумению свойственно избирать неблагоугодное Господу, каковы вышеуказанные страсти. 11-12 стихи. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Толкование. Бесплодные дела тьмы и греха, потому что ничто иное приносит, как смерть и стыд.
Итак, не должно принимать участие в таких делах, но напротив, обличать, то есть наставлять тех, которые делают таковое. Как же в другом месте говорит, не судите. Это сказано вместо не осуждайте. Иное дело обличение и иное осуждение. Первое служит к исправлению, а второе к осмеянию и наказанию. И при том же, не судите, говорит о самых незначительных грехах. Посему и присовокупляет, что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего. Матфея 7.3. Намекает также Павел на некоторые неприличные деяния, которые нашли себе место в Эфесе. 13 стих. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Толкование. Сказав, что вы свет, а свет обличает скрывающееся во тьме, он присовокупляет. Итак, если вы будете добродетельными, то не в состоянии будут скрываться лукавые. Ибо как при свете светильника не вошел бы вор, так при свете вашей добродетели будут уловлены и те, особенно если они обличены вашими наставительными речами. Как рана, когда закрыта, не допускает никакого врачевания, так и грех. Когда же будет обнаружен, то становится светом не сам грех, а делающий его. Ибо когда, подвергшись обличению, принесет он покаяние и получит прощение, не удалится ли от него тьма? Или же говорит, что ваша жизнь, когда она открыта, есть свет, потому что никто не скрывает своей незазорной веры и деятельности, а тайное потому и скрывается, что оно достойно тьмы. Это-то и нужно выводить наружу и обличать. 14 стих. Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Спящим и мертвым называет человека, живущего в грехах. Ибо он и смраден, как мертвый, и бездействен, как спящий, и грезит, и воображает призрачное. Когда же пробудится, как кто от греха, тогда осветит его Христос. То есть вы сияете для него, как и солнце для тех, которые пробудились от сна. Пока же находится в грехах, он ненавидит свет и не приходит к нему. И не относительно неверующий только говорит это, но и о верующих. Можешь найти различие между спящим и мертвым. Многие, делающие зло, но не одобряющие делаемого, могли быть названы спящими. Они легко пробуждаются. И к ним-то относится выражение «восстань», а другие, которые делают зло и оправдывают его, могли бы быть названы мертвыми, так как и труднее воззвать к добру. Однако и к ним взывает слово, чтобы они восстали, ибо не должно отчаиваться относительно возможности изменения природы. 15 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Толкование. Опять предостерегает от горечи и гнева, как бы говоря им. Вы овцы посреди волков, многие злобствуют против вас, даже свои домашние. Смотрите, никому не давайте повода ко вражде. Кроме веры, пусть никто ни в чем другом вас не обвиняет. Но оказывайте почтение и всякое послушание там, где нет вреда для веры. И будьте как голуби. Ибо в том состоит мудрость или благоразумие, чтобы сохранить себя самих чистыми и никому не мстить. 16 стих. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Толкование. Неизворотливости учит нас, но поскольку, говорит, времени ваше, и вы пришельцы, странники и посторонние, то не ищите чести и славы, не отмщения. Но все переносите этим, искупайте время. Все отдавайте, чтобы от вас, ничего бы от вас не потребовали. Подобно тому, как богач, видя нападающих на него с целью лишить его жизни, все отдает и спасает себя, так и вы все отдайте, чтобы спасти главное, то есть веру. Не сущность дней порицает, ибо сущность дня свет, конечно, и часы, а в них что лукавого? Но зато, кажется, порицая дни, что в них совершается. Как и мы обыкновенно говорим, дурной день провел. Конечно, по причине того, что случилось во время его,
и что бывает от людей лукавых, а не от Бога. Итак, дни называются лукавыми по преобладанию господства злых людей. 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Так и говорит, в настоящие дни преобладают дурные люди, то вы, как мудрые, старайтесь не подавать им никакого повода против себя. Ибо в том и состоит воля Божия, чтобы соблюдать себя чистыми, сохранением и веры. 18 стих. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Толкование. И еще обуздывает гнев, потому что и неумеренность в вине делает гневливыми и дерзкими. А что порицает неумеренность, это ясно, ведь не сказал не пейте, но не упивайтесь. Но пьянство происходит от неумеренности. Так умеренное употребление вина доставляет и здоровье. 1 Тимофею 5:23. И веселье, как свидетельствует Давид, Псалом 103:15. И Писание к тому же говорит: «Дайте вина огорченному душою». Премудрость 31:6. То есть увеселение находящимся в скорби, ибо оно смягчает огорчение и тоску. Посему и Бог создал наши тела умеренными, чтобы они довольствовались немногим и стремились к другой жизни. То есть неумеренное употребление. Ибо пьянство нездоровье приносит, но губит не только тело, но и душу. Это и значит распутство, трата здоровья. Или же словом распутство в простонародном его употреблении обозначает здесь плотскую невоздержанность. Ибо от пьянства происходит разврат. И 19 стих. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Толкование. Хочешь, говорить веселиться? Избегай наполнять себя вином, а исполняй себя Духом Святым. И этого ты достигнешь, если научишься псалмопению. Ибо поющие псалмы исполняются Святаго Духа, равно как и распевающие сатанинские песни исполняются нечистого духа. Петь псалмы сердце – это означает петь разумно и без развлечения. Ибо тот поет псалмы в сердце, кто внимает тому, что поет. И заметь, после того, как очистил душу от горечи и прочих страстей, тогда убеждает нас исполняться Святым Духом. И не просто придет Святой Дух, но исполнит наши сердца. А при существовании такого света в нас и всякая другая добродетель будет легка и удобно исполнима. Аминь. Аминь. Я, простите, еще забыла передать всем поклон, но звонила Валя из Казахстана. Раз звонила, потом второй раз звонит, на другой день говорит, свечку ставить или не ставить в храме. Я говорю, я не знаю, мы ходим в храм, там написано, свечи свои не приносите, только наши. И я говорю, а вообще зачем? Зачем они тебе нужны? Ну, всем поклон низкий передает. И я хотела бы, Зоя, может быть, сказала бы, они там... Молодец. Нет, а что я могу сказать? Расскажи. Ну, благодарю вас за молитвы. Ну, думала, что на 2 недели поеду, а оказалось, на 2 месяца. Вот так получилось. Ну, сноха. Операцию сделали, выписали, ну... Я 3 недели там была, находилась в маме, а и месяц здесь ровно с мужем, с ребенком. У меня еще с ребенком 2,5 месяца. Ну, понятно. Плохо ест, как дети, не знаю, все. Сладости приучили, и вот и бегала. То одно, ну, готовила, я то другое, она то не ест, другое не ест. Ну, в общем, тяжеловато было. Молодец. Ну, справились, слава Богу. Говорю, отвезли, в воскресенье увезли. Ну, насколько, не знаю теперь, насколько. Да, да, это Диме жена, старшего сына жена. 36 лет ей. Ну, прогноз какой? Ну, вырезали, операцию сначала сделали. По-женски. Ну, а потом мы определили, что онкология. То есть не знали сначала. Ну, у нее миома была 9 лет назад. И ребенка родила с миомой. Ну, а потом стресс был... В аварию попала, то есть ее стукнула машину. Ну и, наверное, стресс был у нее.
в марте, а к июню уже выросла миома. Ну, пришлось все там вырезать, внутренности все. Ну, а когда на гистологию взяли, у нее оказалось раковое образование. Хорошо, что родила еще. Ну, родила. Ну, облучали ее, 6 недель ее облучение проходило. Сейчас прошла, но... Вы все время были, да, там? Я, да, да. Ну, то есть и сюда ребенка забирала, и там была. Долго, долго там была. В садик ее водила и забирала. Ну, в общем, много было мне хлопот. Ну, сейчас получше? Ну, выписали как бы неизвестно, да. Как заловка медик у нас говорит, что такие больные сначала им хорошо, потому что... их, а потом резко к весне, говорит, может быть, хуже. Вот как, да. Как с нахусом? Ирина. Она как вообще? Ну, вы знаете, как молиться, а не молиться, я не могу сказать. Она... обратить к покаянию. Нет, это так-то я с ней беседую, все. Но она в таком плане, что она красует свое тело, сильно красует тело. И солярий проходила, и там маникюры, педикюры. И там за своим телом, одежда для нее, это на первом месте одежда для нее. Она каждый день покупает эти, ну, всякую, всего-всего-всего, и шубы, и там, не знаю, деревни живут, а что? Ну, деревня, но она фитнес преподает еще. Ну, фитнес, она там как бы леди, как сын говорит. Хотел жену себе взять нормальную, семейную, оказалась леди. Вот такая вот принцесса. На мужа кричит. Вся такая, ну, не знаю, злостная, сварливая. Поэтому я не знаю, что делать. Господи, помоги мне. Я даже не знаю, как молиться о ней или что делать. Молиться о том, чтобы Господь привел ее к покаянию. Да. Деньги, деньги, у нее на первом месте деньги. Она алчная, деньгам. Прошу, Господь, человек. Ну, мирской, конечно, мирской. Ну, вот. А как с ней справляться? Как мне говорят, а что сын говорит? А что он ей скажет, если она там даже слова не дает сказать? Ну, только с порога и кричать. И кричать, не туда тапки поставил, не туда прошел, не так что сделал, не там дрова лежат, не там... Ну, в общем, тяжело ему. Ну, Господи, ну что теперь делать? Помоги ему, Господи, терпение, говорю, терпение тебе. Чему-то что-то приведет. Молится, хоть он-то сам молится. Ну, молится, молится. Вот когда он молится... начинается у них вражда. Как только помолится, начинается вражда. Как, говорит, иногда не бывает рано на работу уходить, что не может помолиться, не успевает. Тогда, говорит, вроде нормально. Как только, говорит, помолюсь утром, так вражда вообще. Ну, и это, когда мы поехали, повезли ребенка, муж пока закрывал дом, ну, я сидела с ребенком в машине, начала очень нас читать, ну, молиться начала, все. Ребенку 2,5 месяцев, и она на меня, не надо, не надо. Ребенок на тебя? Да, на меня, ну, вот так, замахала руками, не надо, не надо молиться. Ну, ребенку 2,5, вы можете посмотреть, что это вот такое? Ну, в семье там скандалы, скандалы, скандалы. Ну, все закончится когда-то. Ну, скандалы, скандалы. Что-то, должно что-то быть. Надо Диме вернуться. Он здесь родился. Да здесь он хочет сюда. Ну, ему надо христианина стать и в семье. Вот горе себе повешал на шею. Горе, горе. Повешал. Ну, так, что-то. Нет, зато красавица. Господь как попустил, так, красавица. Крест уже сам не значит, это нормально. Крещение принял правильно. Значит, Господь ждет для проверки. Да, да, что-то должно быть. Что-то так не должно продолжаться. Не должно так продолжаться. Надо страшненькую брать. Молюсь, молюсь, молюсь. Да надо любить. Ну вот такие дела у меня. Страшненькую. Помоги, Господи, нам всем терпение. Страшные. Что дальше? Я пока не знаю. На все Божьей воле. И что будет? Помоги тебе, Господи. Что-то должно быть. Есть еще у кого слово? Я тут преподавателем не могу быть. А здесь? Ну, я говорю, это не очень. Вы видели и слышали, как я сильно кашляла. Из такого кашля сразу, как бы, чтобы он прекратился, нет. Это только по вашим молитвам. Я в понедельник уже стала себя лучше чувствовать, уже кашель у меня начал легче, легче, легче. А потом уже вторник, среда, четверг, слава тебе, Господи, он вообще прекратился. Благодарю вас за святые молитвы. Счастливо.
А сколько мучилась? Да. Я думаю, я хоть... Сколько месяцев? Да я болела, это уже третий месяц я болею. А кашлять я вот это самое, неделю сильно кашляла. А в субботу, воскресенье, но вы были все свидетели. И в понедельник вот сразу резко как-то все такое. Слава тебе, Господи, что вы есть. А я думаю, что это ты исповедовала грехи свои. Да, я исповедовалась, и батюшка помолился, причастилась. Думаю, какое чудо. Это чудо. Зоя, а вам нужно это в семье, всем, кто у вас верующие, поставить для себя? Молиться больше. И Диме скажите, чтобы он молился, еще усилил молитву. И оно, да, поначалу может быть хуже в отношениях. А потом Господь разрешит. Ну, в какую сторону разрешит, не Господь усмотрит, как разрешить это. Еще больше Евангелия помогает читать, где изгоняется Иисус Христос. Поблагодарите Господа за эту ситуацию. С любовью поблагодарите Христа, что такая ситуация. И все разрешится. Со смирением. И сатана убежит, он боится за нее. Игнатий Тихонович, скажите, что слово. Вот Игнатий Тихонович. У нас собрание начинается всегда... Благодарение Богу, что больные не умерли еще. И все время больные, которые умирают, добавляются, и так и идет. А что такое болезнь? Болезнь – это сигнал к смерти. А что такое смерть? Это не забвение. Это наоборот, все перед человеком проносится. Это пишут неверующие люди. От этого скрика, который ты умираешь, до первого из материнской утробы. Это в советское время даже писали. В одно мгновение все пронеслось. Говорят, ты кто, ребятишки не видели, что я тону? А я видел гуси, помет, плывет все. И вся картина пролетела. Вот об этом нужно говорить. Я посмотрел в коридоре, у нас фотографии с самого начала нашего образования общины. Редко какая фотография осталась в целости. Только мы с батюшкой, где двое, стоим еще целые. Там того нету, умер. Там погиб внезапно. Третий уже из жизни почти ушел, там уже несколько лет полуразговаривает, там инсульт и прочее. Другие далеко уехали, иные стали врагами. И фотографии, если так вот взять, 100 лет назад, стоят молодые, улыбаются, там разучивают танцы в Таврическом дворце. И видно, что смерть все поглотила. Вот как писал Слущевский об этом. Все в жизни неверно. И смерть лишь одна верна, неизменно верна. Она не забудет. Придет, приголубит, обнимет, наденет свой брачный венец и жизненной сказки. Конец. Вот об этом надо помнить. Почему Серафим говорит, чтобы мы помнили последние твои и не согрешишь. Вот убийцы, развратники, все, которые сейчас казнокрады, все это забвение смерти. Почему Иоанн Златоуст советует, настоятельно советует, не просто ходить, где люди ходят, а узнавай, где суд идет, где хоронят, где казнят, как в Китае открыто, чтобы помнить, и ты смертен. В Адаме все умирают. Вот нужно просто представить, что это именно так. Вот летает в космос 400 километров, 200. И могут узнать даже, какие металлы есть на Венере, на Сатурне. А как? Спектр. И каждый металл, каждый минерал имеет свой отсвет. Как вот, ну, когда бывает вместо медали, а планки какие-то с полосками, так и это. Можно узнать. И решили узнать, а чем же наполнено вот это все остальное пространство. И ответ пришел. Что-то очень близкое к формалину. А формалин – это тот материал, которым пользуются медики, чтобы труп не сгнивал. Так я говорю, нет? Что это означает? Какие-то трубы слышатся, звуки перед утром в той местности на высоте 400 километров, и сейчас эти звуки записывают, и буквально эфир весь переполненный. Что это? Это смерти звуки, что конец настанет царству суеты. Молодые как вырасти, выучиться, выйти замуж, жениться, получить... Что-то и все.
Говорит, ну надо научиться смотреть на все, что вокруг нас есть смертное. Вот картина горы. Пишет Тургенев. Две скалы разговаривают между собой. Как дела? Тысячелетие прошло. Все так же. Еще тысячелетие. И что ты видишь? В долине люди. Еще тысячелетие прошло. Для них, для скал-то это время как одна секунда. И что они делают? Понять не могу. Все время что-то друг друга зарывают в землю. К нему-то не подходят, в горах не хоронят. Вот это образное выражение нашей жизни. И как надо быть осторожным во всем. Это каждый день, миг, мгновение. Многие не встали с постели. Вот мне гроб предлежит, вот мне смерть предстоит. Специально включили святые отцы это в молитву. И она никуда не отходит. Решили отметить столетие Первой мировой войны. И чтобы ветераны встретились с королевой Англии. И нашли только двух человек в домах инвалидов. И в коляске прикатили и показали ей. Ну, в 14-м году, представь, им минимум тогда уже было хотя бы 20 лет. Это, ну и прикинь, им больше 100 лет двоим. Все. А за что бились? Государство те еще раз побились во Вторую мировую. А теперь опять все дружат, торгуют, как будто ничего не было. Где Наполеон? Где Ленин, Сталин, Гитлер, Аттила, Аларик? Все мировые чингисханы. Где их воинство? Иоанн Златоуст говорит так. Посмотри, вот прах. Копали могилу, нашли. Где царь? Где раб? Как он одевался? Мы ничего не знаем. Просто лежит какая-то кость. Сгнившая, почерневшая. А это я. Ты должен все присвоить себе как спасительное, так и это. Рассуждение о смерти делает человека более смиренным. Ну, мы говорим, самая радостная песня. Христос воскрес! Христос воскрес, но перед этим падает тень. Как воскреснуть, если не умер? Перед воскресением идет Голгофа. Мы говорим, самый торжественный сейчас это литургия, это причащение. И опять же кровь. Мы никуда не можем отойти от этого слова. Но нужно научиться видеть за торжеством, что предшествовало. Оно все рядом где-то. Мир заканчивает свое существование. И вот это, что сейчас бьются где-то, это все подготовка идет. Все до одного изобретения Антихрист подгребет под себя. И наступит эра скорби. Все остальные скорби как бы просто тренировка какая-то была. Экспериментировали. И 3,5 года настанет ужаса. И у людей будет только возраст. Вечер настанет. И каждая минута тягостная. И будет являться чудовище, призраки. И только стон будет стоять, когда же утро настанет. Это все Ефрем Сирин пишет. Утро наступит, голод, есть нечем. Мать охапает, но там обнимет дочь, и оба падут. И как листья осенние, земля покрыта трупами. Да неужели нигде не будет? Нигде. И которые начертания примут. Я слышал, монашка рассказывала, здесь Рязанова была Александра Тимофеевна, они еще считали. Последний человек примет за хлеб, не продать, не купить. Хлеба нет. Облака, как взнузданные, несутся по небу. И небо, как медь, и земля, как железо. И ничего нет. То, что собрали где-то, превратится в человеческое отходы. И тогда Антихрист скажет, что я дам, когда небо не дает, ничего нет. И обнаружится, что он лжец. Смерть подвигнет людей многих к раскаянию, и остаток Израиля спасется. Вот если эту картину перед собой держать, как тихо себя будешь вести. Тихо. Есть такая поговорка, тише едешь, дальше будешь, ну, чтобы не попасть в аварию. Но был один умный очень человек в России, Петр Аркадьевич, фамилию знаете его? Нет. Столыпин. И когда стали ссылать революционеров, он эту пословицу переначал иначе. И говорит, дальше едешь, тише будешь. То есть сошлю тебя в ГУЛАГ, на 1000 километров от родных ты тише будешь. И мы, когда умом своим ворохнемся к смерти, а я еще не умер. Вот Жан-Поль Рихтер, писатель, писал «Новогодняя ночь». Он в окно смотрит, гуляет, все, и он вспоминает юность, как прошла, и теперь одинокий старик, полумертвый стоит. Боже мой, что я сделал с собой? И моя жизнь могла быть другая. И вдруг Степенос, он юноша еще стоит. Это было таким ударом для него, на завтра ее никто не может узнать. Ян Кронштадтский появляется на каком-то вечере. Корнеты, офицеры. Девицы, благородное общество танцуют. Зачем он туда поехал?
Ему ли там быть? Ну вот результат. Хорошо тащит танцующим офицером, он вдруг подходит и отзывает ее в сторону. И начинается разговор. И оказалось, что офицер готов к смерти. И буквально на следующий день он умирает, совершенно не болевший. Вот для чего он приехал. Дать напутствие. Нам нужно, чтобы были рядом люди, которые напоминают о смерти. Чтобы были готовы к встрече с бессмертием. Смерти нет, есть только переход. Смерть – это свидетельство бессмертия. Вот еще какое есть выражение. И болезнь – это преждевременный, то есть своевременный, можно сказать, звонок. Приготовься. И мы болезнь любую должны встречать умело. Благодарю тебя, Господи, ты напомнил. Ты снова заставил задуматься. Ну, сколько ни болей, сколько лекарств не глотай, ну, когда-то не сработает. У нас в Потеряевке жила одна Вера Федоровна Золотова, кандидат медицинских наук. Она примерно моего возраста, и все, утрами бегала, а потом и говорит, ничего не болит. И все же от чего-то я умру. Вот, не болел ничего. Отдельные эксперименты делают над мышами. Идеальные условия, все микробы уничтожены. Но ему положено жить мышу только полтора года. Внезапно все умирают. Почему? Запрограммировано. И придя сюда, мы еще раз, слыша о наших родных, близких, заболевших, поминает умерших, церковь как мудро все устроила. Заканчивается богослужение, поминаем умерших. Чтобы мы не зря жили. Я вот как раз тут что слышал и все с этой стороны рассматривал. Вот встретишься с своим возрастом, мало-мало кто живой остался. А чем болеешь? Первый вопрос. Да ничем не болею, того не может быть. Никого уже нет. Возмездие за грех смерть и меч поднят над каждым. А спасение во Христе. И подумайте, какие мы счастливые. Вот над этой тенью мрака, тьмы, безысходности, злобы, невежества, предательства и зависти сияет чудное Слово Божие. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я, никто, я успокою вас. Иго мое благо, бремя мое легко. И в семьях, и всюду может мир установиться, ибо я кроток и смирен сердцем. У Христа все добрые качества научат в первую очередь этому. И тогда, ну возьми святой воды в рот, да не отвечай ты мужу ничего. Ну гляди, пока он не закончит там свои монологи, то держи во рту святую воду. Ты увидишь, он начнет смиряться. Она сильно помогает, вода эта. Если вот так начнем рассуждать с этой стороны, наша жизнь вся изменится. Я вчера немного говорил о том, что 7 минут, которые у нас, никаких движений. Тебе нужно двигаться там в храме. Зайди за 7 минут до 7 минут. Сделай. На неделю у меня встреча была с представителями краевой администрации. Это по печати, по там еще такое, по образованию. Вот, на нашей улице Ползунова. Они образовали новое какое-то большое главное управление, где надо регистрироваться, регистрацию, чтобы у нас было все хорошо. То есть по лагерю речь идет. Я говорю, еще я сам приду и в печь к вам брошу. За меня задача от вас спрятаться подальше. От вас мы ничего не ожидаем. И вы-то, я говорю, не сдающие ничего, сидите за столами. Вы все паразиты здесь. Вы грызете народное достояние, ничего не издавая. И вас таких сотни тысяч. Самые настоящие кровососы. Ну, мы маленько поговорили, маленько. И вдруг сейчас пишут уже в интернете, почему Карл не вмешается в это дело. Вот такой лагерь, без помощи государства, то другое. И уже письмо написали Карлину, но мне сообщают, с других где-то областей, я не ожидал этого. И по лагерю там медведь, говорю, ему зачем это нужно? Карлин будет мной заниматься. Когда устав один для всех, его никто не избирал Карлина. Он близкий Путину, он сам его поставил. Он юрист высочайшего класса. Я его биографию знаю. Еще ради он пойдет против общего закона. И кто я такой? Да не дай Бог, что у меня после этого случится, ему сразу... Вот и все. Да я только должен одну молиться, чтобы дай Бог ему спасение, и чтобы он про нас не знал, что мы есть. Хоть маленько еще, говорит, поживем. Больше мы ничего не просим. Любой юрист скажет это, что нам отдельно льготы не дадут. Если бы Карлин сказал так, хорошо,
Хорошо, у меня есть хорошая знакомая, не знает, куда деньги деть. Так, дорогу проложите по Теряевку. Постройте быстренько дома, дети приедут, все, все было готово по нормам Роспотребнадзора. Ну не будет же он этого делать. Никогда. А по-другому выхода-то никакого нету. Нам льготы никто не даст, чтобы мы жили не умытые и другие. Мы должны быть такие, какие они хотят видеть. Больными, чтобы все время нам 40 лекарств каждый день давали, чтобы никакой молитвы у нас не было. Мы-то их понимаем. Готовится поколение новое для приятия Отечества. Это вот за неделю, что маленькие какие были события. Виктор Андреевич, он захватил многое там, что видел. Но мы молились только не столько, говорит, о жизни, сколько о смерти его. Чтобы нигде он не умер, не заболел, самолет не упал, чтобы спаси он Христос. Вернулся. Спасибо, Господи. Все наши молитвы были, говорится, черными крыльями смерти покрыты. Ну вот и все. Оставайтесь на занятия, пока есть возможность. Потом будете жалеть, кто не остается. Я к тому, чтобы потом не каяться. Оставайтесь. Тут решается не просто что-то, а участь вечная наша, где мы будем. Иные приходят в храм, отстояли и, гляжу, прям выметаются сразу, под разными предлогами. Община не нужна. На неделе я как раз был в Дмитриевском, здесь в храме, и посмотрел огромный аэродром. Никого нету. Холодно и сухо. Близости, чтобы собирались вот так вот и знали друг друга, и нет этого. Надо научиться ценить, что есть. Батюшка возвращается из поездки, тоже говорит, нигде ничего нету. Тут он увидел. И наши смотрят, вот мы записываем. Какой у вас порядок? Это в православии. Да никакие вы не православные. Мы уже привыкли в этом. А сколько труда здесь положено? Обиход. Вот да, уже батюшки нет, так называемое апостольское служение. Какая служба идет? Когда возвращались из-за границы, и там кто-то ехал, Савченко его фамилия, Санкт-Петербург, и нашего владыку Евтихия спросил, ну от вас не было, отец Аким, а как без вас? А Евтихий ему отвечает, епископ, там все в порядке. Есть батюшка, нет, наши люди молятся, ждут, и мы даже не теряем. Дети всегда спрашивают, а батюшка будет? То есть желание, чтобы не было его. Это служба, короче, почти 3 раза. Даже самые ленивые дети согласны не идти в храм, а чтобы дрова пилить. Вот мы должны переменить эту обстановку. Без батюшки сделать нам плохо будет. Короче, мы сразу начнем менять свой статус, может быть, даже искать. Поэтому благослови Бог батюшку и всех нас, вот и чтобы ценили то, что у нас перья есть. На столе лежат. Я крылышки принес, минутку, о смерти тоже сказать. Меня обвиняют, а вот голубей закололи. А ты курочек ешь? Ты барашки ешь? Ты видишь, на юге ходят шапки каракулю. А каракуль это принадлежал барашку, с него сняли. И ваши воротники-то с какого-то животного сняли. Что лицемерите? Это голуби лишние, это крылышки чистые. Прошу, даже можно по 3, по 4 взять. Для вас, чуть не забыл. Не смотреть, это тоже напоминание о смерти. Любое крылышко так голубь не отдал бы. Так, берите там. Братья и сестры, у меня вот какая просьба. Я практически никогда не оставалась на занятии. Вот после вот всего вот этого собрания всего. И в прошлый раз я решила остаться. И настолько вот я прям благодарна Господу Богу, что прям вот как ангел-хранитель прям меня взял и говорит, останься и сидись. Ну да такие занятия, ну такие рассуждения, ну просто вот я пришла домой, я просто ну вот наполненная каким-то вот радостным таким состоянием, думаю, Господи, да как ты ко мне благ, что я вот сколько слышала я здесь, сколько какие рассуждения прекрасные. И я прям вот прошу вас, вы оставайтесь на занятии, оставайтесь. Такие берите, чудные Патрия, разговоры, подмазать. Рассуждения, наставления. Ну все просто, ну не знаю, какой. Оставайтесь на занятии. Я просто это чудное, чудное прям проводение времени. Во славу Божию. Можно про занятия? Добавлю. Вот у нас раньше были занятия в университете. Были вторник и пятница, рабочие дни. Но мы находили время... После работы кто-то, пожилые, молодые, студенты приходили. Сегодня воскресный день. Ну что вы делаете дом? Смотрите, 10 часов сейчас, 5 минут 11, в 11 вы будете дома. Ну поспите вы часок, я понимаю, вы устали. Поспите часок дальше. Ну в 3 часа встанете, в 4. То же самое, вы побудете здесь 1,5 часа на занятиях, приедете домой,
часа в полтретьего. И все успеете. И успеете отдохнуть. Вот все успеете. Это, конечно, ваше дело, и душа это ваша. Ну вспомните, когда мы были ревностными и ходили на те занятия во вторник и в пятницу, два раза в неделю. По полтора часа также. Аллилуйя. Да дорога еще. Плюс дорога. Плюс вечер был. Вечер после работы. Уставшие, не уставшие. И ценили это время, ценили, потому что... А теперь его нету. Его нету, осталось только вот здесь. Да. У нас очень богатые ресурсы. Некоторые в интернет не заходят. Я только вчера подсчет произвел. У нас 6355 роликов наших. Это вообще в интернете своих, не чужих. Это вообще даже намека нигде нет. Это не то, что книгу Гиннеса на 100 лет вперед. Кроме того, каждую неделю у нас идут два занятия. Сергей Павлович Пупков ведет по скайпу. И тоже проходит все по блаженному Феофилакту. Здесь тоже по блаженному Феофилакту идет. Мы сейчас насчитываем. Я смотрю, Никита насчитывает. А вот Василий, это племянник мой, он снимает. В начале с Деяния апостолов. Насчитать в интернете что-то как по полчаса. До этого было насчитано Матфея и Откровение. Мы уже сейчас начинали считать только. Это полностью уже Деяния насчитали и Иакова. Это все будет для интернета. Люди некоторые не имеют возможности что-то, а смотреть могут и слушать. Даже не смотришь, делаешь что-то на кухне, ты можешь слышать. Это наш труд. И все время, каждый день почти новые люди приходят, которые обратились через наши ресурсы. Я была у сектантов такая там, 11 лет у них руководителем был, пришел здесь, старается сразу выписать книги. Вот только вчера пришли, книги отправили. Попутно попросите у Бога, чтобы дошли книги. В Испанию зашли, внутри Испании застряли наши книги. С 5 уже декабря уже зашли, пересекли границу Испании, и до места никак не дойдут. А уже прошло с октября, кажется, с 14-го. Вы потом будете вспоминать, ах, как я не ценил. Ну вот представьте, вы из дома уходите. Какие бы ни были наши отношения с родными, и уже никогда их не увидишь. Взорвался газ в соседней квартире, все погибли. Я разговаривал с Малашиным Юрием Николаевичем, который второе крещение Руси, фильм у нас снимал. Новосибирская студия документальных фильмов «Опь». И он, когда поехал последний раз, на втором этаже, дом деревянный, двухэтажный, и лампочка не горела, и он спустился, и женой не всегда была лада, она не слушалась. Это мне уже рассказала хорошо Малютина была, она ближе знакома. И он руку поднял, и рука вот так освещила, а дальше не видел, в темноте. И он ей помахал, жене, до свидания. Дальше его нашли только мертвым, он заканчивал фильм Шушинской. Мы не знаем, что там было. И теперь вернуть назад, я хочу его видеть. Нет его. Мы когда последний раз с ним встречались здесь в студии были, ГТРК местного, телевидение где. И когда побеседовали, решили дальше говорить. И он не выключил камеру. И она лежала на боку и продолжала снимать, как шли разговоры. Это вообще кадры. Когда люди не напрягаются, а именно... И все это было. Тогда показывали вот Алевтина, там была, ну, все наши люди. Фильм «Снятие о нас». Фильм, который занял даже этот фильм, я не знаю, как перед этим был. Я в кинотеатре «Мир» выступал с режиссером. Первое место на международном киноконкурсе «Предчувствие» — это Кузнецова. Эти минуты никогда не вернуть. Это невозвратно и уходит. Люди не должности. Вот у меня близкие знакомые были такие, ну как мэр города Барнаула, входивший в лучшую десятку мэров Российской Федерации. Его нет. У меня Ким Дакимов, кроме благодарности, еще не был. Один раз только обратился, и уже буквально на следующий день два КАМАЗа привезли крупнозернистый песок и щебень. Нет никого. Посмотрю, прокурор края, генерал-лейтенант, Пороскун. И тоже нету. Хорошее отношение с ректором. Крупнейший университет ГТУ, 21 тысяча студентов. Мы стоим, вот снимок есть, его нету. Я посмотрел, того нету, другого, третьего. Прохожу мимо зданий, где вот тут у меня знакомые, тут знакомые. Никого нету. Как быстро все меняется. Ну ладно, если мы друг другу оказались полезными, говорили о Боге. А если этого не было, просто мне дай, а тебе на. Рука не должна быть наша сжата при отдаче и распростерта к принятию. Блажение давать, нежели брать. Мы все время должны думать, кому я нужен. Что я могу сделать? Если у меня таланта нет, я хочу заранее вас огорчить.
Это неправда. Я могу сказать одно, что ты его не раскопал. Это будет точнее. На суде Божьем ни один не придет, у меня не было таланта. А он зарыл его. Это притча говорит об этом. Какой талант? Может быть, утешить скорбящих, где-то поводиться, где-то помочь, где-то помолиться. Все время, с утра мне сразу начинают, помолитесь, помолитесь, с разных концов из-за рубежа. Братья знают, мы тоже сразу встаем, начинаем молиться. Это Бог так делает, чтобы мы были нужны. Я говорю, меня как только не обзывают в интернете, я совсем согласен. Ни с одним не согласен. Скажите этому старику, я не старик, говорю. Что значит старик? Старик это состарился, он никому не годен. Ну, где-то, говорит, на краю свалки стоит. Я с утра до вечера востребован. Это Бог так сделал. Не слышу, плохо вижу. И как будто это никакой роли не играет. Окружен детьми, вот они стоят, сидят, какие молодцы. А это сколько еще времени-то пройдет? Как это дальше будет? И все заботится, кто допоит, докормит. Смотри, чтобы последние изо рта не вытащили. Вот еще думаю. Пенсию не успеют получить, внуки уже рядом стоят. Если без подарков, то бабка-то не очень ему нужна. Да еще и при жизни внуки отрекутся. Нужно все положить на алтарь Бога. Вот с этого момента, сегодня, оставайтесь на занятии. У нас все обдумано. Вот Евангелие, берите, раздавайте. Евангелие по благословению, изданное патриархом Кирилла. Ну, не придумаешь, потом мы получили это даром, не мы платили, а оплачивали. Я об этом только говорил, если был я патриархом, мне задавали вопрос, что бы сделать? Первое, прекратить всякое строительство. Второе, освободившиеся деньги на издание Евангелия. Скажи, как будто кто услышал. Туповато. Я сказал это 3 года назад, и сейчас вот 2 года буквально везем сюда. Машинами идет все. Берите Евангелие, куда пойдете дать людям. Берите бесплатно, молясь о тех, кто издал. Почему нужно уговаривать? Придет время, люди будут говорить, почему за волосы нас не тащили. Я каждый день вспоминаю нашу поездку от Николая Курчина и Виктора Савченко. Ужас, как вспомнил, как мы в Швеции покинуты, сломалась машина, никого нет. Я дома даже один, и начинает меня дрожь бить. В жизни не видел такой обстановки. Ведь вывел нас Бог, и машину притащили домой. Я Николая, как увижу, издалека уже кланяюсь ему. Он положил все буквально здесь. Все-таки нас перетащили, 1000 евро отдали и затащили нас в Калининград и Швецию. Волоком. Вот как Бог делал. Так есть что вспомнить, сколько мы там сказали людям. И все, потому что все вы молились. Если что-то непонятно, здесь можно дорешить, придете. Но умоляю вас, время есть. Занятие у нас ведет Сергей Павлович здесь. Рядом сидит Игорь, может задать вопросы. Сестры могут говорить. Это не в церкви. В такой свободной обстановке искусство не создать. Оставайтесь. Потому что жалеть мы все будем. Но особенно те, которые будут думать, что эх, я мог и не воспользовался из-за этого старика у Жан-Поля Рихтера. И я мог быть другим. Мог. Но в момент... И можешь. Добавь к этому. Можешь. Сегодня. И не смотри, что у тебя не ладно с семьей, там где-то на работе. Сегодня день свободный. Я воскресенье, я воскресаю от старого. То, что меня заклинило, я стоял на одном месте, домой торопился. Дом как не надо, 4 стены. Благодарю Господи, что это день воскресный. Я воскрес с тобою. И жизнь моя да будет для Христа. Аминь. Аминь. Не, ну а главное здесь с нами Игнатий Тихонович. Не забывайте. Он как пророческое слово уже. Сергей, что хотел сказать? У меня идея такая возникла. Просят меня по скайпу в другое время, потому что многие же в регионах-то 2 часа дня в Москве. Например, Вячеслав тоже, Ткачев. И идея возникла, что сделать в воскресенье им доступ к нам, москвичам, вот, кто из региона. То есть это будет у них в 8 утра, в воскресенье, онлайн. Ну, не, я тоже подумал, ну, кто-то уже на раннюю сходит, ну, воскресный день. У нас, видишь, Сергей, непостоянное время. У нас, когда священник здесь, мы позже занятия начинаем. Ты, Сергей, 3-й хочешь занятия на неделе сделать? Или перенести 5-й в среду? Нет, воскресенье. Воскресенье здесь установить интернет, чтобы люди могли
сидя дома, быть здесь с нами. Да, хорошая неплохо. Идея. Да, хорошая, на самом деле. Неплохо. Ну ладно, Сергей, я не расслышал, но если некоторые не успевают, ты пятницу перенеси на воскресенье, на то же время. Мы как раз свободны, а люди все подберутся. Он говорит о том, чтобы... Понял я понял. Я говорю, ну я не понял, свое непонятие, я теперь переношу на понятие. Все, я думал, вы не расслышали. Нет. Где дело? А ты сумеешь это сделать? В воскресенье вечером тут собраться. Ах, вечером? Или во сколько? Нет, тут сейчас на занятиях. Это сложнее. Сейчас на занятиях снимать. Нет. Я не знаю, тут кто придет-то. Темно? Нет, не придут. Нет, Сергей не пойдет. Нет, в Барнауле сюда могут даже не приходить от дома в интернете в 2 часа дня для барнаульских и для московских тоже. Сереж, я тебе говорю, ты подумай об этом. Перенеси, допустим, пятничные наши занятия на воскресенье, на то же самое время. И они будут заходить ради тех. Дома каждый находится. Ничего не меняет. Пятницу перекинь на воскресенье. Да можно дополнительно сделать. Пятницу отставить. Или дополнительно не против. Вот видите, как корректируется какая-то. Сергей, это лучший вариант. Сюда не будут ходить. Ночь, скользко, темно, пустынное место. Нет. Именно дома, по скайпу, на воскресенье сделать дополнительное третье занятие. Мы раньше 3 занятия вели еженедельно, по 2 часа. И еще просьба, вот когда будете молиться, молитесь о благовестии в интернете. Я буквально потратил 10 минут, просто сделал рассылку своим друзьям ВКонтакте, что идут занятия. И уже одна душа, которая была на суде, пришла и так благодарила, что она знала, что идут занятия, знала, что и ролики постоянно смотрит. Но что-то вот не хватило вот какого-то вот толчка, может быть, просто приглашения, обыкновенного приглашения, формального, что идут занятия. Этим может каждый дома заниматься. Не надо, как Господь благословил, что вот такая возможность есть. Просто один клик, там, 5 кликов, приглашение, что идут занятия. Если не можете прийти сами, поделитесь с кем-то, с друзьями. И все. Такое вот письмо. Смертельное крыло. Ну что, насчет воскресенья договорились? Давайте в воскресенье в 6... Из дома по скайпу, это, ну не в это воскресенье, следующее, ты чтобы оповестил их на занятиях. И по интернету да, другим дать знать. Да, это в Москве уже будет 2 часа дня, уже многие же придут, да? Но ради занятий могут люди там переменить, на раннюю сходить и все, надо, чтобы они приноровились. Я-то хотел, чтобы в воскресенье здесь тоже был интернет. Нет, и... не будет. Нет, Сережа, ты этот вопрос закрой сразу. Сюда никто не будет приходить. Нет, он мне тут через интернет. А зачем сюда приходить? Нет, чтоб смотрели. Внутреннее. Нет. Да. Ну, чтобы нас здесь не 20 человек собиралось, а 50-30 еще и спасать. Все, делай. Если в это же время, как у нас идет. Ну, конечно. Это должно быть одно время. Это, ну, у нас при батюшке одно время, без батюшки другое. Ну, тогда надо... Никто ждать не будет. Да это не просто, на самом деле не сложно. Да нет, это сделать в 12 в час, например, через неделю. Сережа, тут большие собрания разные. Не со стыковки будут. Не торопитесь. У нас будет время наплывать. Мы не успеете, то они обедать не успели. Неприятности будут, я просто вижу. А мы покажем пирсышину. Пир наш. Как ну да, они будут ждать и смотреть, когда... А выпускать можем в столу. Холодильник откроет свой. И у нас будет уже не хлебом единым. На 6 часов, Сережа, переведи на воскресенье, а тут пока забудьте. Не получится. Ничего, все? Достойная всякого истину, блажите тебя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога слова ручную, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца.
Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой, да наставит нас не призывать никаких иных богов, вопия Абба, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, на месте стойте, маленькое объявление. Некоторые не остаются на занятии, не знают. Мы заканчиваем его поднятием рук вверх. Так молились святые. Некоторые даже не видели, не знают. Я помолюсь совсем краткой молитвой. Господи, прими нашу молитву воздеяние рук, как жертву вечерней благоухания приятной перед престолом благодати Твоей. Всемилостивый Создатель, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Милосердный Создатель, прими нашу молитву и услыши ее, и исполни о всех, заповедавших нам молиться о них. Тебе, Боже, слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Коротко. Господи, Владыка нашей жизни, говори, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Нужно научиться слушать, что Господь положит на сердце. Выходим. 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 Никита, стремянку принеси, пожалуйста. Тут сейчас ходить. А вот там мы сделаем.